Привет, друзья, меня зовут Валера, я хочу летать. Сразу, имя такое, потому что... вот. За те 2 года, пока делаю канал, я очень полюбил делать видео. Но так получается, что делал я их чаще для кого-то другого, чем для себя, потому что у меня в основном экшен на канале. А хочется делать какие-то зарисовки, таймлапсы, что-то брать из фильмов или, может быть, каких-то сериалов. Ну, прям вот манит туда, в ту сторону. Поэтому я решил начать делать видео каждый день. Кому это может быть интересно? Тем, кто снимает видео, тем, кто монтирует видео, тем, кто хочет начать этим заниматься. Полетели. Ради такого дела решили даже переехать в Москву, потому что самое интересное в нашем городе было пункт приема переработки пластика. Так как видео я буду выпускать чаще, там будет больше информации, чем обычно, так что давайте я сразу вас со всеми познакомлю. Любит говорить всем правду в глаза, от чего и страдает. Характер прискверный. Пишите свои комментарии как можно чаще, потому что чем больше будет комментариев, вопросов, я не знаю, там, критики и всего остального, тем больше будет идей, что делать в следующих выпусках. Будем говорить о фильмах вместе, будем учиться монтировать и снимать вместе, ну и, конечно, будем летать вместе. Очень, очень хороший и вежливый мальчик. Скромен, добр, правдив. Слушает маму и каждое утро делает зарядку. Характер мягкий. Так что подписывайтесь на канал и увидимся завтра.